Well, let's just take a few more minutes. Давайте еще немного времени возьмем. Then after that I will ask you to pray with me. После этого попрошу, чтобы вы помолились вместе со мной. And we'll see what the Lord will do. Мы будем посмотрим, что Господь будет делать. There is, however, one thing I want you to remember. Я хочу, чтобы вы помнили одну вещь. No matter what kind of circumstance you are in. Независимо от того, в каких обстоятельствах вы находитесь. The Lord always loves you. Господь всегда любит вас. He never hates you. Он никогда вас не будет ненавидеть. He never rejects you. Или отвергать. He loves you. Он любит вас. No matter what. Независимо от ни от чего. And he never speaks about your past. И он никогда не будет говорить о вашем прошлом. He always speaks about your future. Он всегда говорит о вашем будущем. Because in him you have a future. Потому что в нем у вас есть будущее. And you are now facing that future. Что теперь вы сталкиваетесь с этим It's будущим. Starting today. Это будущее начинается сегодня. And what is to come? И то, что будет. And the Lord wants you to know that you will never walk alone into your future. И Господь хочет, чтобы вы знали, никогда вы не войдете в будущее одинокими. It also is the truth that your decisions in the present makes your future. Также верно и то, что ваши решения в настоящем определяют ваше будущее. Your future is not in the past. И ваше будущее не находится в прошлом. So don't look in the past to see your future. На прошлое, чтобы увидеть будущее. A lot of people look to their past or their history. Многие люди оглядываются на прошлое. To see if they can find the roots of their history of their future. Чтобы увидеть, может, там какие-то корни есть для их будущего. But your future is created now. Но ваше будущее создается сейчас. Your past is over. И ваше прошлое завершилось. And you must learn to understand that your past is over. There's a line drawn in the sand. Понимать это, как бы начертить такую черту, что прошлое закончилось. Learn to understand this. Учитесь понимать это. Do not walk around condemning yourself because of your past. Не живите постоянно осуждая себя из-за своего прошлого. Or because of mistakes you have done. Или из-за каких-то ошибок, которые вы сделали. There is a lot of people who does that. Так как многие люди так поступают. Oh, this is because of what I did 10 years ago. О, это из-за того, что я 10 лет назад сделал. This is because of what I made. Last year. Или же из-за того, что я сделал в прошлом году. Learn to forget the past. Научитесь забывать прошлое. Look forward. Смотреть вперед. Your future is created by what you do today. И ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня. So create your future with the Lord. Поэтому создавайте свое будущее с Господом. Make decisions. Принимайте решения. In your heart today. В своем сердце сегодня. Make a decision. Принимайте решение. From this day forth. Что с этого дня. I will serve the Lord. Я буду служить Господу. Like Joshua. Как Иисус Навин. As for me and my house, что для меня и моего дома, we will serve the Lord. Мы будем служить Господу. You can choose who you want to serve, but we will serve the Lord. Вы можете решить, кому вы будете служить, но мы будем no служить matter Господу. If I'll be the only person Даже если я буду единственным on the человеком surface of this planet, на этой планете, I will serve the Lord. Я буду служить Господу. With all diligence, со всем усердием, with all of my abilities, всеми моими способностями, with all I've got, и всем тем, что I will у меня есть. Serve him. Я буду служить ему. Now, if you can make a decision like that, если только вы примете такое решение, and understand that wherever you are, и поймете, что где бы вы ни были, if you are in the bus, будь вы на автобусе, if you are in the store, в автобусе, if you are at магазине, home, дома, if you are having a job, на работе, you are a servant of the Lord. Вы везде являетесь слугой Господа. No matter where you are. Независимо от того, где вы находитесь. You are a servant of the Lord. Вы слуга Господа. Because your authority in the kingdom. Потому что ваша власть в царстве.
is resting upon your servanthood. Основывается на вашем служении. Your willingness to serve. Вашем желании служить. And we are here to serve one another. И здесь мы для того, чтобы служить друг другу. All the time. Постоянно. Yeshua was here to serve. Иешуа был здесь для того, чтобы служить. And he did. И так он и делал. And he told the disciples that they were to serve. И ученикам он сказал, что они должны служить. Serve one another. Служить друг другу. If anyone desires to be great in heaven, если кто-то желает быть великим на небесах, то пусть он служит. That's the Bible. Это так говорит That's Библия. The word of God. Это говорит Слово Божье. Serve. Служите. Don't look for high seats where you are to be served. Не ищите высоких постаментов, где бы вам служили. But look for possibilities to serve other people. Но ищите возможности служить другим людям. I'm not here to serve to be served. Я не здесь не для того, чтобы мне служили. I'm here to serve. Но я здесь для того, чтобы самому служить. I don't reckon me higher than any one of you. I don't reckon me higher than any one of you. Я не считаю себя высшим кого-то из вас. I reckon you higher than me. Я считаю вас высшим себя. I just want to serve you. Я просто хочу служить вам. To implement into your life. И передать в вашей жизни. The understanding of what you have in Christ Yeshua. Понимание того, что есть у вас в Иешуа. Let me just try to call upon something like Yeshua is the Christ. Я могу еще дополнить Иешуа Христос. And Christ means the anointed one. Христос помазанник. Что означает? When you read in Revelation, когда вы читаете книгу Откровения, 13 глава, and around that, those chapters, ну, приблизительно в you тех find главах, about the beast and the Antichrist, где там идет описание зверя и антихриста, and зверя антихриста. You see, the problem is that the devil calls himself Antichrist. И проблема в том, что дьявол называет себя антихристом. Он не называет себя антибог, но антихрист. Why? Почему? Because Christ means anointing. Потому что Христос означает помазанный. The anointed one. Помазанный. And he is against anointing. И он против помазания. He calls himself anti-anointing. Он называет себя антипомазание. And when you realize that you are anointed by God, когда вы осознаете, что вы помазаны Богом, to reach the fulfillment of your destiny, для того чтобы вы достигли своей судьбы, he is against that anointing you have. То он встает против этого помазания, которое есть у вас. He will try to pull you down. Он попытается вас свергнуть. Like he tried to get Yeshua away from his destiny. Так же как в случае с Иешуа, он попытался его отвлечь от его судьбы. He did it through Peter. Через Петра он пытался это делать. When he told Peter and the other disciples, I am going to Jerusalem. Когда Петру он говорит, иду я в Иерусалим. They're going to kill me. И меня там убьют. It must be so. Так должно произойти. Peter stood forward and said, No. Петр встал и сказал, нет. This must never happen. Да не будет такого никогда. If that's what is in Jerusalem for you, don't go to Jerusalem. Если в Иерусалиме такое с тобой должно произойти, не надо вообще туда идти. And Yeshua turned to him. Иешуа к нему обратился. Said, "Get you behind me, Satan." И говорит, отойди от меня, сатана. Get behind me. Отойди от меня. Because he knew immediately that it was not Peter, but it was the devil. Так как он сразу же понял, что это не был Петр, это был дьявол. He spoke through Peter to get him away from doing what he was supposed to do. И он через Петра хотел его отвлечь от того, что Иисус должен был сделать. And sometimes you will face other people. Иногда вы встретите других людей. That has the best in mind for you. Которые самыми лучшими намерениями. Telling you not to do what you're doing. Скажут вам не делай то, что ты делаешь. But you will realize. It is
anti-anointing. It is the devil. Вы поймете, что это антипомазанник, это анти, это дьявол. And that is why you really should be fully aware of your destiny. Поэтому вы должны быть полностью осведомленными о своей судьбе, полностью. Of what you are going to do. Знать то, что вы собираетесь делать. Keep your eyes, your focus on what He has put into your heart. Не теряйте фокус с того, что Он поместил вам в сердце. Don't ever lose your vision. Никогда не теряйте своего видения. Because if you lose your vision, так как если вы потеряете свое видение, you'll die. Вы умрете. Spiritually said. Духовно. Without a vision, people will perish. Как говорится, без видения народ гибнет. It's in the Bible. Как в Библии говорится. It's in the Proverb. В книге притч. So you understand this? Do not lose your focus. Do not lose your vision. Поэтому понимайте это, не теряйте своего фокуса, своего видения. The Lord has called you, every one of you. И Господь призвал всех вас, каждого. For this destiny. К такой судьбе. Telling about His kingdom. Чтобы рассказывать о Его царстве. Postpone His kingdom. Again? Show His kingdom. Показывать Его царство. Preach that the kingdom of God is at hand. И проповедовать, что царство Божие приблизилось. It's right here. Рядом оно уже. So you know when you are walking around. The kingdom of God is right here. Поэтому вы знаете, где бы вы ни шли, царство оно уже здесь рядом с вами. If you're in Kazakhstan, если вы в Казахстане, if you're in Ukraine, или Украине, if you're in Western Europe, или в Западной Европе, doesn't matter. Все равно. Where you are at, the kingdom of God is. Царство Божие там, где вы находитесь. It's right there. Именно right в том месте. Expose it. И вы просто должны показать, проявить его. It. Раскройте его. Show it to people. Покажите его людям. Using your authority. И используйте вашу власть. Always. Всегда. Because it is he who is in you. Потому что тот, кто внутри вас. That does the miracles. Он делает чудеса. Always. Всегда. And when you have the Holy Spirit within you. И когда внутри вас есть Дух Святой. You also have whatever you need. Также у вас есть все, что вам нужно. That is why the Bible tells us that all our resources are in Him. Как Библия снова говорит нам, все наши ресурсы в Нем. All your resources are in Him. Все ваши ресурсы в Нем. Amen. Аминь. That's good. I tell you that. Это так That's хорошо. Good. Могу сказать вам. When you realize that, когда вы это осознаете, это хорошо. I have something to do. Что у меня есть что-то. I know revival is coming. Что я могу что-то сделать. Я знаю, I know что people are getting saved. Пробуждение приближается, что люди спасаются. That you will lead people to Christ. И что вы приведете людей к Христу. That you will see people healed, и что вы будете видеть исцеление, и вы увидите умножение общин, and all that и все это is to glorify для того, чтобы прославить имя Отца and of the Son, and и Сына и Духа Святого. Иешуа said in в 17 главе Иоанна, Father, Отец, I have done your will on earth. Я исполнил твою волю на земле. He says, I have glorified your name. Я прославил твое имя. By doing your will. Когда исполнял твою волю. Right? So when he glorifies the name of the Father. И поэтому когда он прославляет имя Отца. By doing the will of the Lord. Посредством исполнения воли Господа. How do we glorify the name of the Father? То как мы можем прославить имя Отца? By doing the will of the Lord. Когда мы тоже будем исполнять волю Бога. It's exactly the same for us. То же самое применимо и к нам. One day you will stand before Him. В один день вы пристанете перед Ним.
Will you be able to say, Father, I have glorified your name by doing your will? Сможете ли вы сказать, Отец, я прославил Твое имя и исполнил Твою волю? Will you be able to do that? Тем, что я исполнил Твою волю. Сможете ли вы так сказать? You can. Вы сможете. Вы можете. He has put everything needed in front of you. И все необходимое Он уже дал вам, перед вами. So pick up your mantles. Поэтому оденьте свой покров. Your mantle of anointing. Одеяние помазания. Your mantle of authority. Одеяние власти. Your gifting. Ваши дары. Start doing. И начните дело. Stop waiting. И остановитесь. But do. Прекратите ждать, но делайте. So you will not only be hearers of the word, так чтобы вы были не только слушателями слова, но также и делателями слова. It's very important. Это очень важно. God has a people in this room that are willing to stand up for Him. Есть Бога люди в этой комнате, которые хотят стать за, для Него, за Него. And are willing to cry out. Которые желают восклицать, взывать. Father, thy kingdom come. Отец, да придет Твое царство. And thine will be done. И да будет воля Твоя. On earth. На земле. In Odessa. В Одессе. In Kazakhstan. В Казахстане. In my village. В моей деревне. As it is in heaven. Как и на небесах. Let your will be done. И пусть будет Твоя воля in my life. В моей жизни. I belong to you. Я принадлежу тебе. You see, you haven't seen just a small part of what God can do through a man or a woman that dedicates themselves to Him completely. Вы видели всего лишь маленький кусочек того, что Бог может сделать через мужчину или женщину, полностью посвященного Ему. You haven't even scratched the surface of what He can do. Можно сказать, вы только поверхность пошкрябали. Даже не проникли вглубь. Хотите видеть Господа в своей жизни? И я могу сказать, что Он больше, чем просто воображение наше. Он больше, чем какая-то тайна. Он Господь Бог Всемогущий. That is why the Bible tells us that with Him Поэтому all things are possible. Библия говорит, что с Ним все возможно. So, when you are home, Поэтому, когда вы дома, remember, помните, all things are possible. Все возможно. All things are possible. Все возможно. All things. Все возможно. How much is that? Это сколько? How many things does that concern? Сколько возможно вообще? Сколько много? I was about to speak Danish. Я почти начал говорить на датском. You can, we would like to hear that. You will hear it later. Okay. It is not a few things. Что это не пару вещей. The Bible does not talk about 90% of what happens on this planet. Библия говорит только 90%. It talks about all things. Не только о 90% того, что происходит на земле, а все. Are possible так он говорит о всем, и все возможно с ним. It's possible to change your circumstances. Возможно изменить обстоятельства. It's possible to bring the gospel. Возможно перенести. To every nation. Понести Евангелие каждому, каждому народу. Возможно, готовить учеников. It's possible to see people healed. Возможно, видеть исцеление. It's possible to see them restored. Возможно, видеть восстановление людей. It's possible to see my life change. Возможно, видеть изменения моей жизни. Physically. Физически. It is possible. Anything is possible. Все возможно с ним. Because we put our trust in Him. Потому что мы надеемся на Него. You know that Hebrew 11 is a chapter only talking about trusting the Lord, having faith in Him. Как вы знаете, что Евреям 11 глава говорит о надежде на Бога, полагании на Него, только вере. It is a chapter of faith, trust and believe. Это глава о вере, доверии, надежде. And I would urge you to read that chapter.
я хочу вас поощрять к тому, что вы читали эту главу. Because if you do not have that faith, it is impossible to please God. Так как если нет такой веры, то невозможно угодить Богу. But with that faith in you, но с этой верой внутри вас, you can please God. Вы можете удовлетворить Бога. You can please Him. У вас это получится. Wow. Угодить. I'm so excited. Я так рад. And what I would like to do, что бы я хотел сделать, is I would like to pray, хотел бы помолиться, and see if the Lord gives me words for some of you. И увидите, даст ли Господь слов для кого-то из вас. Maybe words of wisdom, может words быть, слова of knowledge, знания, слова мудрости. Maybe a prophecy. Может быть, пророчество. The Lord knows everything. Inside you. Господь знает все внутри вас. He knows what you're supposed to do. Он знает, что вы должны делать. What you're going to do. И он знает, что вы